Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 24 июня 2024 года. И в нашем питомнике ждет своих мам-пап вот такая красивая зайка, девочка, мини-лобчик черного окраса. Ей исполнилось в июне 9 месяцев. Девочка очень ласковая и спокойная. Сейчас снимаем на столе, поэтому, конечно, ей страшновато. Немножко лапки скользят, разъезжаются. Зайка не может понять, что происходит. Девочка очень-очень некрупная. Это сейчас, можно сказать, ее максимальный размер, потому что, видите, лапки разъехались. Она лежит на животике и боится упасть со стола. Да, пока не падает. Мы же тут ее стараемся придержать, чтобы она не упала. Последняя самочка, замечательная девчулька, оставила бы ее себе, но клетка стоит в доступе, где собаки бегают, и постоянно эту бедную зайку то за уши таскают, то прикусывают за попку собачки наши, чихуашки, поэтому хочется найти спокойные условия содержания, добрые руки, хороший дом. Зайка стоит 1500 рублей всего-навсего, лишь бы попала в хорошие руки. Доставка до Санкт-Петербурга есть, в другие города компания Pets Tour, пожалуйста. Родители из известного питомника. Малышку можно посмотреть с ее мамой, папой на видео предыдущих на канале нашего питомника. Все показано и рассказано. Она вот последняя из помета. Вот такая вот замечательная, ласковая зайка. Знает туалетик в клеточке, умеет ходить в туалетик. Ласкается к рукам, лижет руки. Кушает, как вы видите, и травку из нашего огорода, и овощи, фрукты, и сено, и комбикорм. Пьет водичку из мисочки, умеет пить из поилочки. Если кому-то нравится такая пушистая красавица, обращайтесь, все контакты в описании под данным видео.